Наверное, каждый в детстве мечтал познакомиться с пиратами и отыскать их сокровища. А мы сегодня побываем на фестивале «Пираты Балтийского моря» и проживем день как настоящие пираты. Какие они были, настоящие балтийские пираты? Настоящие балтийские пираты были на самом деле гораздо более интересны даже, чем пираты Южных морей или моря Карибского, например. Первыми пиратами, конечно же, были викинги. Это свирепые настоящие морские северные воины. И следом за ним появились братья-витальеры, балтийское братство пиратов, которое влияло на международную политику региона и завоевывало целые острова и территории. А правда, что эти пираты были самыми злыми? На самом деле народная молва сохранила различные легенды об этих пиратах. Лидер братьев-витальеров Клаус Штортебекер является своего рода балтийским Робин Гудом. Считалось, что он платил ренту за бедных неимущих крестьян, помогал им спасаться от произвола феодалов. Но однако пираты не брезговали нападением даже на рыбацкие деревни, они были одними из самых свирепых. Праздник придумали двое американцев более 20 лет назад. Они одевались как пираты, они говорили как пираты и соревновались в стрельбе. Потом о друзьях написали в известных газетах, и пиратский день мгновенно стал популярным во всем мире. Этот праздник отмечается больше, чем в 40 странах мира. Его отмечают в Канаде, в Америке, в России, и вот мы решили и в Санкт-Петербурге тоже его отметить. Какие книжки про пиратов обязательно нужно знать? Ну, самые знаменитые – это, конечно, «Остров сокровищ», Рафаэль Сабатини, «Одиссея капитана Блада», ну и «Штильмарк, наследник из Калькутты» – это самые-самые знаменитые. Здравствуйте, а что вы готовите? Гумба. А что это такое? Это такое блюдо, распространенное в Новом Орлеане, в Луизиане. По сути, это очень густой суп, либо очень жидкое второе. Он загущается соусом ру, который состоит из муки и масла, и добавляется рис. Все это нарезается, обжаривается, заправляется куриным бульоном, загущается мукой и проваривается до готовности. Мне кажется, я не смогу продолжать съемку, потому что я просто не могу оторваться от этого блюда. А вот там вот что это? Это бамия. Это овощ, произрастающий в основном в Африке и в Азии. Чем-то напоминает кабачки. А теперь мы его попробуем. Мне напоминают огурчики соленые. Угу. Огурчики соленые, смешанные с пластилином. Итак, мы встретимся на Тортуге, ребята. На Тортуге хорошо, там тепло, там фрукты. Пеньковые галстуки. Галстуки, Гарри, это не важно. Карамба, разрази меня гром, мы снимаемся с якоря. Поднять паруса отпраздновали Международный день пиратов капитан Андрей Голубев и капитан Катя Гусева. Свистать всех наверх, отдать концы. Вперед! На Тортугу!